Приветствую на канале Asmodee Play. Давайте начнем новую. Так, играем за чужого. Хищника ставим на потом. Так, опять у нас что у нас? Нормально, давай. Запуск. Рождение. Выбор миссии. Рождение. Ну давай. Пост наблюдения 4. Улучшенные экспедиционные единицы с наружной маскировкой. Установить расположение улья ксеноморфов. Итак, где я? Почему им страшно-то? Всем. Один я бесстрашный, только тут ползаю. Опаньки. А вот он, я и рождаюсь. Давай. В первой-то части там под номером 6 я был. Давай. Рождение. Жалкий человечишка. Грузовое судно «Аврора». Посадка разрешена. Выйти на канал 109 для приема сигнала или чего там. Ну давай. Я дал указание закончить загрузку. Вы также говорили про 9 контейнеров. Мы получили 17. Я не хочу слышать извинений. 23 ноября, 22:30, время 22:13. Минус один день, 7 часов. Грузовой корабль, западная посадочная площадка. Да, доктор Айзенберг. Но комитет все еще ожидает увидеть достижения. Мы добились значительных успехов в изучении химии чужих. Комитету нужны коммерческие применения. Вы обещали лекарственные средства. Вместо этого они до сих пор сплетни о несанкционированном исследовании. Ходят слух. Что вы там что-то утаиваете, падлы? Я не несу ответственности, несешь, и мне хотелось бы видеть, как ты, падла, помрешь. Я не позволю этому проекту ускользнуть от меня. Господи, такие деревянные людишки. Видимо, игра-то была наспех захренакана, потому что первая эта часть, она вроде по графике-то опережает вот эту. Зато под готику первую, да. Вы опоздали. Что это? Багаж больше, чем обычно. Как и вознаграждение. Как всегда, не открывайте его. Интересно, интересно. У меня же там такая кровища, которая все прожигает. Сканирование завершено. Итог, результат. Так, объект. Не нравится мне это. У меня кислота-то все прожигает. Че вы? Капитан, требуется на палубе. Уже иду к этой. Я что, капитан, и сам еще ношу, что ли? Что это за гребаный капитан-то такой? В чем проблема? Генерал Райков хочет видеть тебя немедленно. Ты, наверное, шутишь, у меня по расписанию вылез в 15:00. Расписание изменилось. Шевелись. Да ладно, Ллойд, не морочь мне голову. Пошли, умник. Шнеле, шнеле. Упал. Разбился, открылся. Как? А, это яйцо. Теперь понятно, ну ладно, это тебя оправдывает. Так, внимание, обнаружено биологическое заражение в грузовом отсеке. А, я не могу пока, да? Так. А нет, могу, смотрите-ка. Так. Присесть-то я точно не могу пока. Вот сюда, блин, голова не кружится ни у кого. Вестибулярный аппарат нормально работает?
Вы должны найти уединенную жертву и прицепиться к ней, чтобы заразить человека или хищника. Прицельтесь в голову и нажмите кнопку на скок. По умолчанию ей все будет удачно, если вы поразите голову, цели или грудь. Понятненько. Где я? Что там происходит? Ничего не вижу. Так, зрение меняем. У меня хорошее зрение. Так, вида по умолчанию. Вы переключите режим зрения. Так. Сохраним. Потому что я так думаю, мне через пропеллер надо пройти. А нет, смотрите-ка. Обошлось. Так. Так, да, сэр. На глаза не попадаться им. Понятненько. Так. Так, сохраним. А, о, смотрите, у меня даже сохранялка другая, красная, смотрите, остается. Прикольно. Так. Сэр, сержант Кол said. I don't care what Sergeant Cole said. This isn't your post. Yes, sir. That's what I thought you said. Now get out of my sight. Что-то они ругаются. Somebody hacked the system. I'm serious. Just drop it already. I'm talking about permanent changes to the database, duty rosters, inventory, specimen samples, all kinds of stuff. Did you check the log? No record. Whoever did this was a pro. I'm betting it was one of Rykov's cronies. What do you have against that guy anyway? Do you trust him? You know he got kicked out of the military. He didn't get kicked out. Блин, блин. He was honorably discharged for medical reasons. One of the bears told. Я хоть правильно иду. You believe a mercenary? Is that someone's been messing with the system? Yeah, and my point is, it's better if someone else makes the report. Why get involved? Did it happen on your shift? I thought you mentioned it. Блин, блинский. Как они соображают? Yeah. Где они? Hold up a sec. Let me grab my coat. Блин. Если вы нападете на кого-либо на виду у другого человека, его товарищи позаботятся, чтобы вам не удалось заразить и развиться. When's your tour? Так, минутку, сохранимся. Давай, давай. That's not too bad. I'm thinking about doing another one. Yeah, right. Надо одиночку найти. It's hard to beat the money. Just don't forget it's hazard pay. Не забывай. Ага. Блин. Не удалось. Ладно. Не зародился я. That's not too bad. I'm thinking about doing another one. Yeah, right. Move it. Oh, Jesus. Heads up. Oh, Jesus. Oh, God. Oh, God. Oh, God.
Охренеть. Ладно. That's not too bad. Ждем когда. Yeah, right. It's hard to beat the money. Just don't forget it's hazard pay. Про доплату за риск. Как так, лицехват, вы можете совершить атакующий прыжок в направлении взгляда. Нажмите клавишу на скок по умолчанию Е. Мать его. Так, ладно. Будем смотреть. Я еще так и не возродился. Куда это я бегу? Где базар? We should probably check up on the motion tracker out by vehicle maintenance. Stark fixed that this morning. Did he? Yep. All right. Then I guess we can start inspecting the lifts down on sublevel 2. Oh man. Beats unclogging Kemp. Охренеть, я сюда уже должен был большим прийти. Где я, понятия не имею. Откуда я выпал? Минутку. Я должен найти одиночную жертву, по идее. Я где все делись? Куда все делись? Загрузить игру. Ну-ка. Я не туда. Так, вы ушли, потому что поди тревога поднялась. Так. Сбежать, так, найти, уединиться, так. Найти носителя для заражения. Понятно, так. Это единственное место, да? Охранник появляется сразу же. Блин, вариантов нету, действительно туда.
Так. Здесь закрыто. Значит, правильно, все-таки идем. Минутку. Заправка. Вы не забыли, но я заправляюсь еще иногда. Так что время позволяет. Жарища на улице 37 давит. Так что холода ушли. Пиво не поменялось. Ищем. Значит, пока сюда. Вот один. Yep. So what's next? We should probably check up on the motion tracker out by vehicle maintenance. Stark fixed that this morning. Did he? Твою мать! So what's next? We should probably check up on the motion tracker out by vehicle maintenance. Let's go! Ни хрена. Давайте-ка посмотрим, что у нас впереди. Ни хрена. Блин. А как мне мимо них-то проползти? Stark fixed that this morning. No, get up, no. Oh, Jesus, oh, Jesus. Go. Так. Ну, вроде бы, давайте сохраню игру. Вроде бы убежал. Господи. Вроде бы от них убежал. Вот он. Да, минутку. Поставим телефон на загрузку. На загрузку, на зарядку. Грудину прогрызаем. Охренеть, у меня рождение. Так, не могу лазить по стенам. Сохраним игру. Так, может сворачиваться свое тело для прыжка вверх на 8 или более фунтов. Нажмите присесть по умолчанию. Так, чтобы свернуть тело, затем удерживая присесть, нажмите прыжок. А что мне надо? Питайтесь для роста, найдите мелкое млекопитающее. Мелкое млекопитающее.
Так, грудоломы могут кусаться, но это не сильно вредит вашим врагам. Старайтесь оставаться незамеченным, пока не превратитесь в трутня. Так. Нет, сохранить. Так. Where the hell is Cisco? Охренеть. Охренеть, так, ладно. Where the hell is Cisco? Блин, блинский. Ну-ка, если я вообще туда убегу. Where the hell is Cisco? No idea. Без понятия. А как ты меня увидел-то? Where the hell is Cisco? Где Циско? Без понятия. Почему вы сразу бежите меня убивать? Москва, Воронеж, хрен догонишь. Так. Чтобы превратиться, найдите достаточное количество еды. Мелким идеально подходит в употребление к пищу. А где вот их найти-то только? Слышу, вот прям где-то здесь. Ты меня не видишь?
Флинн. Так. Загрузить игру. Под луч фонаря не надо попадать, так понимаю. Ну-ка, я мне все-таки. Мне все-таки интересно знать. Блин. Давай, уходи. Вот кошка где-то там есть, это я точно знаю. Так, сохраним. I should have stayed at Rent-A-Cop. Я хоть сожрал ее? Так. Не знаю, даже сожрал я ее или нет. Там больше вроде никого нету. Так, сохраним. Мне надо питаться, чтобы расти правильно. Крысы, кошки, кто тут? Вороны. Да, не дадут ребенку вырасти. Так.
На человека не надо нападать. Пока рано. Машина. Проезжает. Не вижу пока никакой птицы, хотя слышу ее. О! Я так понимаю, я должен на вот этом тракторе поехать. Загрузить. Мать его. Отходи. Отходи. Блин. Я вот вырасту, я стану большим, я вас всех убью. Нет. Продолжить. Уходи. Уходи. Вот так. Так, сохранить. Сохраняем.
Вон туда на помойку можем сходить посмотреть. Это я или нет? Еще кто-нибудь? Значит, должен до определенной точки дойти. Там буду раз это жрать. Да. That's the last one. Это последний. Так, ну-ка давайте-ка попробуем на последнюю сохраним, посмотрим, что он будет делать. Все-таки на людей рано еще. Вот здесь я откормлюсь. Мне их реально жалко. Котеек. What the hell is that? Что это, черт возьми? Let's get out of here. Давай, выбираться отсюда. Минутку. Шкура. Я-то уж большой стал. Ксеноморф. Run like hell. Твою мать. Вот так. Для восстановления ешьте своих врагов, поедание мертвых врагов немного восстановит здоровье. Так. Вот теперь сохраним. Да. Эта опция не действует.
Weather for recon. Так. Если вы нацелились прямо в голову человека или хищника, на экране появятся ваши зубы, давая вам понять, что можно совершить укус в голову. Это самый быстрый способ поправить здоровье. Хорошо. Подождите, так я еще здесь не все пробил. А, все, у меня только в одну сторону, да? Понял. Так, а почему я всех убиваю? Мне вообще надо всех убивать? Кстати, эти части, они это, ну как сказать, за хищника, когда проходишь, либо за чужого, они коротенькие. Вот так. Вроде бы со всеми разобрался. Так, поправим здоровье свое. Так, еще немного, и надо будет первое видео нам заканчивать про хищника. Ой, про чужого. Да. Ну давай. Смотрим, где вы там. Обойдем все, мало ли. Подкрадемся вот к этому. Вот так. Сохранить игру. Итак, я с полным здоровьем. Пошел. Ну, а мы не прячемся.
Понятно. Живые животные. Я даже сам себя боюсь теперь. Так. Твою мать. Падла еще стреляет. Не, какая сохранить надо. Чтоб путь этот не проделать. XLX, что это за хрень? Все равно фишка, как я понимаю. А кстати, я когда начинал играть этот... какой-то там, ну наш это робот или тому подобное, какой-то там Роблекс, я не знаю. То я и сразу закончил, потому что дверь не мог открыть, мне как-то дебильно показалось. Столько мучений ради одной двери. Подождите, а я здесь был. Опа. Опа. Да опаньки. Да опатушеньки. Зачем вообще здесь такие дыры установлены? О, я еще и правильно зашел куда-то. Commander? Командир? What is it? Что такое? Хрень какая-то. У нас проблема. Seen Pete around? Не встречал. Нет. Так. Probably sleeping it off. I think Carson's covering for him. You seen him? Nope. You run into either. Так. Успел. Так, это не действует. Так, ладно, пока без ущерба. С полной жизнью. Давай. Да куда мне, мать вашу? Так, электроника не работает, ладно. Обратно на потолок.
Осторожно, низкий потолок. Блять, для кого-то написали, что здесь кроме меня вообще никто не ходит. Да подай, уйди. I just talked to Markinson. Something got in. Всех завалил. Так, произошел небольшой сбой. Ну, я теперь знаю, по крайней мере, куда мне. А что ты упал-то? Надо, блядь, было херак-херак и зашел. Вот так. I just talked to Markinson. Something got into the animal labs. Rip. No. Так. Да, здоровье мне покромсали, конечно. Ладно, будем смотреть. Так. What's wrong? Some specimens got loose on level 2. Прикольно. Так. Я пока нормально тут маньячу. О, я уже наманьячился с пивом, господи. Ладно. Так, это мы за чужого играем. А, именно головы надо, все понятно. Именно головы. Вот единственное, что меня тут, блять, перекидывает. Я не знаю. Так, вернитесь в улей. Блять, я бы еще знал бы, где тот улей. Давай, кто ты там? Отец, захренака их. Как я понимаю, должны где-то врата открыться для меня.
Так. Не бесите меня! О! О! Куда-то вернулся. Гули, наверное. Цели обновлены. А, все. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, где-то на часик, да, видео хватило. Пока. Так, на, мне сохранить игру. Вот это да. Все. Sure.